Всем привет, дорогие подписчики, а также случайные зрители. И в этом видео я для вас подготовил топовую, лучшую, просто невероятную подборку новых тем для вашего смартфона Xiaomi, чтобы вы смогли его прокачать, освежить и сделать еще круче. И всего за 5 минут я постараюсь уложиться в это время, за 5 минут ключевое слово название моего канала, и сделать этот обзор. Переходим в настройки, темы, личный кабинет вашего официального магазина тем. Эти темы у меня уже скачаны, чтобы вы их смогли найти, я оставлю в описании под этим видео название тем, и у себя в поиске тем сможете это сделать. Первая тема называется Papataya V11 Dark. Применяем. Сразу скажу, что эта тема довольно требовательная, и у меня даже немножечко начал лагать смартфон. Она много памяти занимает, но преимущество ее в том, что ваша батарейка будет не так быстро разряжаться, потому что в целом эта тема имеет черный стиль. Смотрите, все наши ярлыки, весь наш функционал в окантовке разноцветной, прикольный виджет времени, яркие красочные переливания времени. Смотрите, меню нашего вызова, наших звонилок, черный стиль, сообщение тоже черное, настройки тоже черным стиль, немножко изменены ярлыки нашего функционала. Меню уведомлений тоже черный стиль в круглой окантовочке белой. Что самое интересное в этой теме, так это то, что невероятно функциональный экран блокировки. Ну это просто жесть. Смотрите, опа, вот как выглядит экран блокировки. То есть вы здесь можете окантовочку менять, переливание, скорость переливания. Можете здесь поменять приложение для быстрого доступа. Видите, я написал за 5 минут. Вот так я убираю. Телефон сразу не реагирует. У меня, хоть и у меня смартфон Xiaomi Redmi Note 7, 4 объема оперативной памяти, но эта тема реально требовательная. Настолько, что просто даже экран блокировки немножечко подтупливает. Вот я хочу убрать. Вот, убралось наконец-то меню быстрого доступа. Вы здесь можете название своего канала или какой-то ваш слоган там ставить. Здесь очень хорошо, естественно, видно время, погода, место жительства. Много здесь переливаний, красок, движения очень много. Поэтому эта тема реально требовательная. Все здесь, покликав на своем смартфоне, вы сможете разобраться. А мы переходим к нашей второй теме. Так, так, так. Эта тема, она и по-своему интересна. Я думаю, она вам может понравиться. Вторая тема попроще. Smosi Yellow V11. Применяем эту тему. Ждем пару секунд. Телефон ее адаптирует. Это светлая тема. Приятные оттенки. Сочная. Ну, относительно сочная. Небольшая контрастность. Глаза не устают. Все спокойно, свободно. Виджет времени у нас просто погода. И обычное наше цифровое время. Ярлыки у нас тоже не разноцветные. Ваша мобилка тоже слишком быстро разряжаться не будет, потому что она самая быстро начинает разряжаться, когда у вас много разных цветов на вашем смартфоне. Меню уведомлений. Вот такое вот у нас. Круглые наши ярлычки, если функционал работает, в желтой окраске. Меню наших вызовов. То же самое, очень просто, не напряжно, нежно-желтый цвет, белый цвет, черненький. То есть, ну, для зрения то, что нужно. Вот очень смотрится оригинально и симпатично меню настроек. Ничего особенного, очень читабельный текст, и это очень приятно и хорошо. Меню наших блокировки экрана. Ну, вот такое вот. Что-то невероятное. Человек нарисованный, в общем, да и все на этом. Время снизу. Итак, мы переходим к нашей третьей теме. Она тоже классная, смотрите. Mixed Color V11. Микс цветов. Вот эта тема реально разноцветная. И она подойдет не всем. Но кому-то подойдет это точно. Так, сейчас телефон немножечко грузит эту тему. Очень много, когда цветов, то телефону приходится прям вот поднапрячься для того, чтобы ее адаптировать под ваш смартфон. Так, секундочку. Что-то не то прям. Прям что-то долго он адаптирует ее. Запарил я свой телефон уже, если честно, постоянно. Постоянно исследую какие-то темы, смотрю их, рассматриваю, выбираю и для вас самое лучшее оставляю.
Во-во-во, начинает что-то двигаться уже, начинает по чуть-чуть. Ну, сразу же начнем. Вот как выглядит наш экран блокировки экрана. Время, различные цвета. Ну, по-своему уникально, что сказать. Разблокируем наш смартфон. Так, тема применилась, я надеюсь. О, смотрите. Ну, кто любит яркие цвета, сочность и жесткую контрастность, для тех эта тема будет реально классной. Очень классно смотрится виджет времени, мне нравится. Здесь есть погода, день, число. Здесь есть время, два типа времени. Это у нас цифровое время и кварцевые часы. По-своему классно, секундная стрелка плавненько, медленно передвигается. Интересно на этом наблюдать. Ярлыки наши тоже красиво виден, читабелен цвет. Ярлыки разноцветные, большое между ними пространство. Они небольшие. Меню вызовов тоже красиво смотрится. Смотрите, как наша звонилка выглядит и насколько приятные разноцветные наши цифры. Вы удвоите и синим цветом цифры. Меню уведомления по-своему уникально. Ну, такое меню уже есть на других темах тоже. Меню настроек. Тоже оно немножко изменилось. Появилось разделение на темы меню настроек. И по-своему поменялись красиво ярлыки нашего функционала. В общем-то, вот такая вот темка получилась. Она очень приятная и прикольная по-своему. Если она вам понравилась, можете ее скачать, установить и поставить лайк. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео с друзьями. Всем спасибо, ребята. Всем пока.